друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр», студія Аніта Рашевська. Все тече, все змінюється. А що залишається незмінним, хоча б в нашому місті Миколаєві, дізнаємось зараз. Це постійна експозиція музею, це не виставка. Це зал іконописі, причому він рішительно відрізняється від всіх інших залів. Вся эта культура, на которой мы стоим сегодня, она на этом основана, на христианских ценностях. И изобразительная культура, она вышла вся из иконописи. Это искусство, то, которое приходит из духовного мира. Может быть, даже искусством его называть можно так, а то и очень осторожно. Это культура, это знание, это мудрость, которые нам через художников-иконописцев пришли в наш физический мир. Сьогодні, друзі, за допомогою музейних експонатів та при підтримці нашого героя, директора Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Верещагіна Сергія Рослякова, ми з вами дізнаємось нарешті, хто ми, звідки ми і кому зобов'язані культурою та писемністю. Друзья мои, вы согласитесь с тем, что все в нашем мире не постоянно. Как-то нет уверенности ни в чем. Но я хочу вас переубедить. И знаете почему? Потому что в нашем Николаевском областном художественном музее имени Василия Верещагина есть постоянное. Например, постоянная экспозиция удивительной выставки. Я хочу предложить вам сейчас вместе со мной и Сергеем Николаевичем Росляковым, директором музея, постоять, поговорить, посмотреть и немножечко утешить и душу, и слух. Пойдемте. Друзья мои, вот этот зал. Сергей Николаевич нас уже любезно ждет. И хотелось бы обратить ваше внимание на то, что эта выставка, она необычная. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что оторвались от своих дел насущных для того, чтобы рассказать и нашим телезрителям тоже об этой выставке. Мы почему-то ее выбрали. Это постоянная экспозиция. Я телезрителям говорю, что все в мире меняется, нет ничего постоянного. Но оказывается, есть постоянное. Но хотя бы в музее постоянная экспозиция. Это постоянная экспозиция музея, да, это не выставка. Это зал иконописи, причем он решительно отличается от всех остальных залов. И сейчас я объясню, почему нашим телезрителям. Дело в том, что много раз мне за мою деятельность в музее приходилось объяснять разным представителям и верующим, и церковным властям, и даже властям нашим государственным, почему у нас существует такой зал. Должен ли он быть в музее вообще? Потому что периодически такой вопрос возникает. Знаете, это особенно в начале 90-х годов возник вопрос, когда настоятельно, в общем-то, просили передать в церковь. Раз это иконы, раз это предметы, которые связаны с крестьянским культом, собственно, действительно, они в первооснове своей, это произведения, связанные с христианским культом, значит, вот они должны быть в храмах. И я много раз отвечал и еще раз отвечу на этот вопрос, почему я считаю, что не просто они могут быть, они должны быть в музее в обязательном порядке. Во-первых, иконы, как известно, писались не только для храмов. Наверное, даже больше половины икон с иконописцами писались для домашнего пользования. Люди в домах имели иконы, люди брали иконы в путешествия. И сейчас имеют в домах иконы. И сейчас имеют в домах иконы, и сейчас берут путешествия. Вот почему, кстати говоря, святой Николай так популярен, он покровитель странствующих, особенно по водам. Поэтому в нашем городе, вот у моряков был святой Николай популярен, да и город наш так назван. Значит, поэтому иконы не все, и далеко не все, которые у нас в экспозиции, это иконы храмового происхождения. Большая часть их – это домашнего происхождения иконы. Это во-первых. Во-вторых, значит, дело в том, что это христианская религия, это христианские предметы действительно. И они, поскольку музей – это светское учреждение, сюда может прийти любой. И иудей, и мусульманин, и буддист, и брахманист, и кто угодно.
И здесь он может, ну, не каждый из них войдет в христианский храм. Ну, мы знаем, что религии не всегда мирят друг с другом, к сожалению. Вот. И поэтому здесь они доступны людям. Поэтому вот крупнейшие музеи мира, ну, начиная с самых современных, тот же музей Соломона Гуггенхайма в Америке, имеет огромную коллекцию икон и постоянно их показывает. Икона может быть не только как духовная но составляющая, но еще и как произведение искусства. Ну, естественно, конечно, это же продукт работы художника. Ну, пусть он назывался монах-иконописец, но он художник. Вот. Во-вторых, или в-третьих уже, икона в музее, конечно, хранится, ну, пусть не обижаются на меня церковные власти, но в лучших условиях, чем в церкви. Церковь, мы знаем, не отапливаемое помещение. Значит, здесь поддерживается постоянная температура, влажностный режим соответствующий. Иконы реставрируются. Мы постоянно, каждый год, какие-то произведения, иконописи реставрируем. Поддерживаем их и позволяем им продлевать свое существование. И, наконец, последний аргумент, который, я думаю, может быть даже самый убедительный, но мы не можем рассказать о нашей культуре сегодняшней, не опираясь на какую-то базу. Вот это вот то, что вокруг нас, это наша база. То есть можно сказать, что вот этот вот зал, телезрители, вот этот первый зал нашего музея, это и есть основной базовый зал, с которого, в принципе, и можно начинать осмотр любых залов. Ну, конечно, это не только в нашем музее. Пойдите в Киевский музей, там ведь тоже, в художественном, я имею в виду, там ведь тоже первые залы, иконы, в том числе, ну, и получше, чем у нас есть, и подревнее, чем у нас, естественно, это столица. Даже византийские иконы есть в Киеве. И поэтому, ну, как вот рассказывать о том, как развивалось светское искусство? Ну, все вышло из... Ведь первые художники наши были иконописцы. Все. Без исключения. И книжки печатались тоже. Ну, конечно. Вся эта культура, на которой мы стоим сегодня, она на этом основана. На христианских ценностях. И на вот изобразительная культура, она вышла вся из иконописи. Вот эти основные, можно еще что-то приводить в аргументацию, я думаю, этого достаточно. Вот этих аргументов достаточно для того, чтобы понимать, что этот зал обязательно должен быть в музеях нашей страны. Не только в Николаевском, но и в других музеях, естественно. Теперь об особенностях этого зала, его культуры. Я хотел бы, чтобы наши телезрители четко представляли себе, что мы все, вы, наши телезрители, все мы живем параллельно в двух связанных, но разных мирах. Первый мир – это физический мир, который вокруг нас. Мы дышим. Мы кушаем что-то. Вот сейчас мы с вами стоим в физическом мире, да? Да, в физическом мире. Мы разговариваем, мы работаем. Это физический мир, который вокруг нас. Есть второй мир. В каждом человеке есть другой мир. Его хотите называйте духовный, хотите внутренний мир. В этом мире что у нас? Мы храним свои знания, свои убеждения, свои планы какие-то. Ну, у каждого какие-то мечты есть, которые реализуются, не реализуются. Второй вопрос. Но они есть, они рождаются в этом мире. Конечно, эти миры связаны друг с другом, но они разные. Они разные. Так вот, вот искусство, которое вокруг нас сейчас, оно вот из того вышло, из духовного мира, из внутреннего. Тем более здесь, если вспомнить, а читатели могут поинтересоваться, что такое византийская мистика. Это... учение, которое возникло в раннем христианстве, потом развивалось в Византии. Я думаю, что оно связано достаточно тесно с философией античной, особенно Платона. Воссоздать образ Бога. Не так это просто, кстати говоря. Многие религии вообще отрицают, что можно образ Бога воссоздать. Ну, тот же ислам. Знаете, Бога там... никто не видел Бога никогда, не... Да. Даже ангелы. Не только слышали. Ну, Моисей на Синае слышал, значит, голос, но не видел его, да? А в то же время ведь Сын Божий, Христос, Он же был на земле. Он был на земле. Мы, вот даже первое, что в голову приходит, это вспомните, что тот же покровитель живописца всех, святой Лука, ведь он же оставил изображение и Христа, и Марии, значит, они были. Значит,
Можно показать этот образ? Но изображение Христа мы знаем, что нерукотворный образ есть. И есть, в конце концов, плащаница. Вот не знаем, насколько она, так сказать, действительно соответствует. Но есть она, хранится в недрах там, ватиканских. Значит, то есть образ Христа есть, но Христос же Сын Божий. И вот византийские теологи, наверное, скорее, да, и художники, наверное, они представляли себе, что вот через образ Христа можно показать в какой-то степени образ Бога Отца. Да, Отец, а это Сын, значит. Есть какая-то в этом, наверное, логическая связь. И вот, например, когда расписывали храмы византийские, там ведь куполе, как правило, образ Пантократора, Вседержителя, но Христос изображен. В образе Пантократора изображали образ Христа. И, в общем-то, оправдывали, считали, что это правильно. Что это правильно. Так вот, вот эта вот мистика византийская, она средневековая, наверное, уже была. И, конечно, там считалось, что художник, прежде чем обратиться к образу святого, он должен стать созерцателем. Что под этим подразумевалось? Созерцателем не нашего мира, вот физического, вот вокруг нас который, а внутреннего мира. Для этого он должен себя привести, художник, в состояние ясности ума, гармонии внутренней своей. Как бы очистить себя от всякой скверны. Совершенно верно. И что они делали? Ведь никогда художник не позволил бы себе прикоснуться к образу святого, не помолившись, не попостившись. Причем это делалось иногда не один месяц, а несколько месяцев. То есть они готовились к этому, они созерцали, они думали, они читали, они пытались, вот как было такое выражение у них, умственный свет. Умственный свет – это вот свет, который в этом втором духовном мире есть. Здесь у нас физический свет, мы включили лампочку и видим предметы, они тени отбрасывают. А там нет этого. Есть такое еще выражение – нетварный свет. Это свет, который идет из того мира. Да, и тогда вы с помощью вот этого вот умственного света созерцаете первообразы, вот, и там вам являются образы уже того же Бога. И мы знаем, что художники изображали образ Бога. Тот же, опять-таки, вот мы Андрея Рублева вспоминали недавно с вами. Андрей Рублев ведь, он изобразил Троицу, но он изобразил Троицу в образе Ветхозаветной Троицы. А уже позже художники, значит, уже перешли и к образу Новозаветной Троицы. Ну, вот, например, вот большая икона Святой Троицы, это уже Новозаветная Троица. Да, конечно. Мы здесь видим изображение Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа в образе белого такого голубя, птицы белой. У Андрея Рублева другая Троица, там три ангела. Три ангела, вернее, собственно говоря, это образы же ветхозаветные. Когда к Аврааму, Сарой, у которых не было детей, явились три странника мужского пола, написано было там так, и приготовила Сара им обед, и там обед был хороший очень, и закололи они теленка, и они там лепешки были, сливки, молоко. Такой стол хороший был. И пообещали, и сказали эти странники, посланцы. Собственно говоря, сам Бог это был. Бог, вот расстроившийся Бог в этих трех странниках. Что у них будет ребенок. Родился Исаак потом, и человечество, так сказать, продолжило свою стезю. Но у Андрея Рублева, конечно, там подразумевается и Новозаветная Троица. То есть Бог Отец там в виде ангелов, там слева сторонний ангел – это Бог Отец, в центре Иисус Христос в таком вишневом одеянии цвета крови, справа – это Святой Дух. Вот она, триединая Троица, но в образе ветхозаветной. Он не решался, или он не созерцал другую. Вот может быть, просто он не смел? Может быть, и не смел. Тут мы уже не можем сказать. Сейчас трудно сказать. Потому что это начало 15 века.
прошло уже 500 лет, даже больше, чем с того времени. И чему учит все-таки икона, вот этот зал икон? Прежде всего, конечно, это познание. Это познание. И вот этот вот умственный свет, о котором говорили византийские теологи и художники, он, и потом уже он перешел к нам, ведь мы знаем, что мы восприняли христианство через византийскую версию. Вот художники и теологи говорили, что умственный свет, прежде всего, это знание и мудрость. Вот знание и мудрость должны быть у человека. Но мы знаем, что не каждый человек обладает знанием и мудростью, или в разных долях обладают ею все люди. Поэтому духовный-то мир у всех разный. Вот если физический мир у нас как бы он один, да, для нас, для всех, одна вода, один воздух, одна земля, то духовный-то мир совсем разный. И стремиться к тому, чтобы свой духовный мир совершенствовать, наращивать знания, наращивать мудрость. Отсюда и качества те, вот, о которых постоянно, в общем-то, христианство говорит. Ну, опять-таки, все эти вещи хорошо знакомы, я думаю, телезрителям нашим. Читайте, опять-таки, Нагорную проповедь Христа. Там все сказано, и очень коротко, и буквально там в одной главе. Сергей Николаевич, ну вы знаете, есть один маленький нюанс. Вот это здорово, что у нас в нашем музее висят такие удивительные иконы, телезрители, конечно, смотрят на них и умиляются сердцем. Но нюанс заключается в том, что в церкви все-таки, подойдя к иконе, ей можно помолиться, а в музее как-то ей не помолишься. Вы знаете, тут я с вами не очень соглашусь, потому что как Бог все-таки он должен быть в нашем внутреннем мире, он в нас, внутри нас, и нравственные законы все, и все остальное. Поэтому, да, ну, может быть, и не надо молиться, но вдохновляют эти образы. Я знаю, кстати говоря, даже мне наши зрители, многие говорили, что вот придешь в музей, постоишь у иконы и почувствуешь облегчение. То есть помогает все-таки, не только в церкви, но даже мы, хотя, конечно, это светское учреждение. И я вам скажу, что вот эти вот византийские каноны, они работали довольно долго у иконописцев, пожалуй, до реформы Никона придерживались. И вот реформа Никона – это при Алексее Михайловиче Тишайшем, значит, было, значит, реформа Никона все-таки немножко изменяет, и даже не немножко, а очень сильно изменяет. Если возьмете вы Ушаковскую Троицу, она написана уже после реформ Никона, то там вечный мир очень сильно проникает в иконопись, и уже на столе не так, как у Андрея Рублева, только одна чаша с головой тельца. Там уже появляются другие предметы, и мир становится намного более вещественным. Да, это есть в иконе, но тем не менее все равно в иконах сохраняется вот это вот изначально духовное начало. Есть залы и музеи, где иконы подревнее, но тем не менее, телезрители, здесь тоже хранятся удивительные иконы, совершенно, и, наверное, они тоже очень старинные. Дело в том, что у нас, да, у нас иконы в основном 17-го, 18-го, 19-го века. Значит, есть там один, правда, врезок более ранний, 16-го столетия, но это исключение. Значит, иконы, которые написаны уже, опять-таки, после Никоновской реформы церковной, и очень интересные есть образы и очень поучительные вот с точки зрения истории. Это не просто история христианства. Чтобы... Можно изучать историю христианства по иконописи. Там и праздничные ряды есть, и даже у нас вот здесь в зале частично воссоздан доисусный ряд. Есть праздники, то есть ключевые моменты из жизни Христа или его матери Марии. Я бы хотел обратить внимание на интересную икону «Страшный суд». Вот та икона, которая, ну, она такая, конечно, дидактическая, ну, в какой-то степени нравоучительная, но очень полезная для лицезрения, потому что она показывает, как в представлении художника последнего года XVIII века, потому что икона написана в 1799 году, идет рубеж веков,
Очень часто возникают такие представления о том, что вот конец света будет, и все на этом закончится. Ну и тогда тоже так же думали. И поэтому, наверное, большая часть икон вот страшного суда писались в конце заканчивающегося века. Ну, конечно, центральный персонаж – Христос, который одновременно является и судьей, и вот взвешивают там на весах, значит, добрые дела или злые перевешивают в деятельности человека, когда он предстает перед Господом. Значит, но там есть такой персонаж интересный, как змей-искуситель. И вот у змея-искусителя на тулове обвитая лента, где перечислены многочисленные, значит, грехи, которые не надо бы совершать человеку для того, чтобы не оказаться в гиене огненной потом. Там и все, что мы знаем, там объедание, кровосмешение, блуд и так далее. Все это перечислено. Ну, в общем-то, это очень так вот, ну... Отрезвляюще. Отрезвляюще действует на людей, да. И тут же внизу с подписями на понятном языке показаны муки, которые претерпевают грешники в аду. Там, значит, их обрабатывают всячески огнем. Ну, вот можете посмотреть ее и прийти в музей, эту икону. Но она такого дидактического, назидательного, но научит. Она учит людей. Она пытается сделать человека лучше. Но если не лучше, то хотя бы предупредить. Предупредить, конечно. Сергей Николаевич, действительно, икона эта, она впечатляет, она вразумляет. Но я думаю, что и те телезрители, которые бывают в церкви, в каждой церкви тоже есть икона Страшного Суда, но это какая-то особенная икона. И, то есть, я так поняла, что иконы, которые находятся в музее, они носят не только эстетический характер и духовный, но еще и познавательный и предупредительный. Ну, я говорю, прежде всего, это познание. Познание всего, и хорошего, и плохого. Это предупреждение людям в какой-то степени. Об эстетической стороне мы еще с вами не успели поговорить. Дело в том, что действительно, эта сторона, она открывается в музеях, я думаю, в большей степени, чем в храмах, потому что там она не является ключевой. Для нас это одна из ключевых, потому что художники, которые работали в мастерских, в основном это были монахи, конечно, монахи в иконописных мастерских, при монастырях. Это, собственно, и сейчас в Киево-Печерской лавре работает такая же мастерская, да и в других. Это были художники очень высокой квалификации. Другое дело, что, опять-таки повторяю, почему искусство это отличается? Это искусство из другого мира. Это искусство то, которое приходит из духовного мира. Может быть, даже искусством его называть, можно так, а то очень осторожно. Это культура, это знание, это мудрость, которые нам через художников и иконописцев пришли в наш физический мир. И спасибо им за это. Значит, а вот та связь, которую икона и иконописное искусство имеет со светским искусством, у нас тоже в музее можно посмотреть. У нас есть прекрасные портреты того же Богдана Хмельницкого, так называемые парсонные портреты. Вот первый портрет, мы с вами в предыдущих наших передачах как раз говорили о портретах, может быть, надо было наоборот, с этой передачи начать портретное искусство, ну, так уж получилось. Но портрет-то первый был фактически как икона писался, с полями с такими, с ковчегом. И писали иконописцы первые портреты, вельмож, царей, там, гетманов. Это были художники-иконописцы. И они эту культуру перенесли уже в светскую культуру, а потом она развивалась. Но развивалась уже 17-й, 18-й, и до наших дней развивается. На сьогодні ми поставимо кому, але не крапку. Адже Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна чекає на вас. Я, Аня Трошевська, прощаюсь з вами. На все добре.